Итак, всем здрасте. Ну, сейчас 2 июня и вышла демо-версия Infamous 2, этой офигенной игры. Ну, посмотрим, что она себя представляет. Так, нужно звук погромче сделать, я что-то об этом не позаботился. Эй! Ну, это так должно быть. По идее. 120? Ладно, все, давайте. О, пошло. Sony Computer Entertainment presents Sucker Punch Production. Страшно. Так. О, такая маленькая без Infamous 2. Ладно, теперь без юмора. Сейчас будет кат-сцена, по идее. Поэтому буду молчать. Ну, как бы, нажмите старт. Я бросил колледж, стал работать курьером. В общем, для того, чтобы позлить родителей. Я был совершенно незаметным. Обычным парнем, который доставляет посылки. А однажды посылку отправили. Тысячи погибших. Несколько кварталов превратились в руины. А в центре взрыва был я. Я выжил, но стал другим. Никто не знал, как все повернется. После введения карантина в Empire City начался ад. Появились другие люди со сверхсилами. А я должен был понять, кто отправил мне эту посылку и почему. Даже мой лучший друг предал меня, надеясь стать сверхчеловеком. И вот, наконец, я нашел виновника моих бед. Кеслер. Он объяснил мне все, показав будущее. Придет зверь, монстр, остановить которого могу только я. Если, конечно, мне хватит сил. Месяц спустя я встретил Люси Бу. Она знала про зверя и пришла, чтобы помочь мне подготовиться. Она сказала, что ее друг, доктор Вольф, работал над лучевой сферой. И он может дать мне новые силы. Теперь мне нужно отправиться к нему в Нью-Море. Я должен стать сильнее. Скоро явится зверь. И я буду готов к встрече. Круто. Вот, кат-сцена пошла. Вик, чуть что, сразу уводи лодку. Так точно, агент. Что, думаешь, будет жарко? Ты разозлил ополчение, так что тебя будут ждать. Я их понимаю. Почему ты не взорвал цистерны с топливом? Ведь так было бы проще. Что? По-твоему, было бы проще сжечь кучу людей заживо? Это я и хотела услышать. Ты поступил правильно, как профессионал. Идем к Вольфу. Ну вот оно. Вольф, я вернулась. Со мной Маград. Слава богу, эти твари из ополчения вломились ко мне. Они унесли энергоядро. Черт, где искать? Западный блокпост? Возможно. Его нужно вернуть любой ценой. Ждите в лаборатории. Мы так. Вас заберем. Хорошо. В общем, вот Кол. Он может. Ух, да даже, может даже удерживать R1. Вау, круто. Перекаты. Хорошо. Назад. Эриксон и Мэйн, ха! О, недавайте молот, офигенно. Destructible environment. Лодка. Ух ты. Впечатляет. Гроза? Нельзя грозу. Так, удар грома тут нам пишут, можно сделать. Я боюсь упасть. О, антиграф. Замечательно. Так, посмотрим, что он умеет, значит. Обычный огонь. Граната. Ух ты. Это что, липучая, что ли? Ну-ка. Да, липучая. Отлично. Мегаватный молот. Тоже неплохо. Так, сейчас мы удар грома сделаем. Ну что, анимация круче стала. Это заметно. Ну, прости, прощай. Ю-ху! О, да, Ампер. Ну да, как же я про это забыл. Ну ладно, теперь посмотрим, что там Джек делал. О! Это
Черт! Гранаты! Так. Да знаю, я уже все, прицелится граната. Сейчас я сделаю. Не-не-не-не-не-не-не. А, ударная волна, вот, вот, сейчас забыл совсем. Так, слушай, мне эта камера не нравится, параметры. Максимально, ну конечно, сложность. Пусть будет высокая. Непрозрачная, прозрачная, полупрозрачная. А как будет прозрачная? Алло. Что, не сохраним, что ли? Это типа прозрачная, офигеть. Ладно. Ау. Ладно, хорошо. Камера. Немножко поменьше, чем в первой части, но сойдет. О, да, это же Коул. Infamous 2. Неужели я в этой игре? Это... Давай. Не тормози. Так. Защитник. Отлично. Противники. Ну, графика реально похорошела. А если я... Вот. А, точно в стене, что ли? Нет, нету. Ну, ладно. Да я устрою вам здесь все. Я вон тартарары тут устрою. Еее! Че, все что ли? О, камбяшку надо какую-то замутить. Пошел. Ну почему должно быть обязательно так? Вот так, вот прямо вот так. Расчистишь путь? Да, запросто. Спасибо. Пошли давай. Впереди западный блок. Надо было в другую сторону прыгать. Так, прыжок от автомобиля. Нет? Ну ладно. Все, тебе капец, чувак. Ну тебе реально капец, все уже. О, сейчас ампера была. Нравится мне этот город. Мне тоже нравится. Куда идти-то дальше? Так, выкачивание тут должно быть. Согрузка у камеры. Где вы? Ополчение вернулось. Они ломятся в дверь. Черт. Пол, прямое попадание. Энергоядро светит. Ты должен зайти. О! Я найду его. Спасай Вольфа. Е.